Trechos 36. Есть у кого дживс? Тут немножечко этот докупить реков, чтоб потом не бегать. Ладки не забывайте пить. Я же написал, я захожу. Сколько это богатый урожай дает? Так же как рыба, только больше на один спадает. Придется танка делать. Там колечко кому-то надо было. Рокстер и Лимошка. Лимошке не надо, Рокстер. Второй треш согрели.
пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете... Музыку какую-нибудь. Он портативную. Да. Войд. Давай, Ковак. Для нашего господина нет ничего невозможного. А что ты почему не тем палом? Не знает границ. Ничто не может сломить. Большая. Кажется, повиноваться будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не встретили. Вот себе. 38 хп кидает. И пристабав без бафа темный. Дал. Там моб на лестнице стоит. Почти весь рейд снял. Да-да-да. Ну пусть там кричат, орут, что делают. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой!
Проклятие дискольте. Ты не в силах противиться моей воле. Давай на ту сторону, там же сейчас трэш появится. Может контроль. Давайте гимн на ману кто-нибудь. Кто тут кофе не натрывает? Киньте кто-нибудь под ухо. Ваша смерть неизбежна. А толку тебе там он СПД дает, толку тебе от СПД в ханте. Благодарю духов, что они послали нам вас. Наверное, Ниби не услышал и подумал Лунг. Уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Что-что? Ну, нормально, если бы духов не взрывали. Да я на дне по КПС, но ну, это понятно. Ну, да, на Синдре я поднимусь немножко. Ты ГП там начисляй? Ну, за шмот. Он себе только начислил 38. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота
по местам. А мне-то, блядь, дал нахуй ГП. Ладно, ладно, блядь. Да, по вам хуй, блядь. Угу. Потом, когда три упало, Олег тоже за каждый давал ГП. Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со... Да, Олег, не волнуйся, Юрий, не волнуйся. Лактарагар! Горкрон, взлетаем! Олег в любом случае 38 всегда дает. 10%. За... Вы видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Может, Кафар в этот кота? Нет у меня кота, сова Ардру. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Да пиздец, посмотри, как по ДПС так, блядь. Бесполезно. Танки, алло. Посмотрите, трэш. Трэш сливает на нашем корабле. Кто там проверяет? Там вроде фул хп у трэша было. Ты должен убиться против них, а не примкнуть к ним. Самая лучшая часть Звездных войн. Там сложно было, я вот когда смотрел впервые, я тоже не знал, как... Трэш, заберите на корабле нашем, блин, с РТД-зоны. Улетел. Понимаешь, это логично было, знаешь почему? Потому что если джедаи не знают, то значит ситхи знают, правильно? Пехота, сержанты, альянс повержен. Плюс, ну смотри, ему во сне снились одни и те же сны про его любимого. Это означает, что он очень под впечатлением был. А когда во сне реально что-то снится такое, то очень сильное впечатление оставляет. Два трупа. Да, значит, в общем, не могу рысать. Шкуф. Тут. Икспала не будет. Ничего интересного. Бока нету. Вот, блин. Бегом шкаф ставь, Саня, у нас лока нет. И пала нету, зикспал. На демона нету, это важнее. А там поди кому-то нужны эти наручи, почему ты их не ролишь? Да, хан, там надо. Там хмели снегли вроде. А сейчас пора. Что там еще упало? А где-то кто-то далеко находится. Зух упал, где?
Суманули Лока, вот Зигспал трупом валяется в ЦЛК где-то, на втором этаже. Жалкий старик! Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля меча! Да, никто не забрал. Да, на нем был клин, а трэш вырос и убил его. Три секунды до буста. Гимнайте. Три ляма на бусте, что делаем? Ну отдал. Блин, надо было встречу играть. Много метка мне тут нарели. Залейте Хазараху. Только не надо. Она падает, наверное. Моя душа не обличет покой.
Ты ничтожество. Моя душа не обретет покоя. Давно не было вайпов на руке. По трэшу есть тамак? У кого скада есть? Посмотреть по трэшу сколько? Кто? У меня-то она есть, это я разбираться, это я не разбираюсь толком в ней. Крест еще, пожалуйста, по Христу. Там что-то. Да, я тут. Прям здесь вылетел. Я тут. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону. Если стая не выключен, дай ГП обоим хантам. Инта, пожалуйста. Тут я смотрю, что не хватает. Инта. Я здесь, чтобы забрать его тело. Андрей, суслик, дай инту, красавец. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, то пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик! Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля Лича!
Давайте, трэш, 5 секунд. Только просто 2 минуты. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Он писал, что ролик на ШП. ТРС еще. Не смотри. Лов, спек, я кольцо рулю с тобой. Правильно ты мне сказал на лов, давай паролем на хила. Я и рулю как на хила на лов. Ну да, я как ты сказал, так и будет, но все равно. Куда?
эти клинки, соратники! Фрайгулы насмерть будут стоять за королеву льда! Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни! Прибыли наши герои! С их помощью мы пробьемся через зал! Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, но ты оказался предателем! Иди же! Встречай свою вторую смерть! Локовский пэт сагрел. Жалкие создания, умрите! Что я надеюсь? Ты там никому не говорил спекаться? Я музыку громко слушаю. Угадайте, что... Нужно с ней быстро покончить! Он опять сейчас забагает. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда! Я отвлеку ее на себя! Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней! Нападай, гроза плети! Сейчас я покажу господину... Кто из нас может называться чемпионом? Может быть, ты прав. Я скажу, что ты сообщу Тириону о наших успехах. Не останавливайтесь. Бейте Синдрагосу. Вот так, герои. Гибель наших товарищей была неизбежна. Они жили и умерли во имя Серебряного Авангарда. Они бесстрашно сражались с плетью. Да благословит вас свет! Чё, мне хила? Сава, мне тут надо с ребенком посидеть минуточек 10. Отставил, брат, блин.
Да. Я сам все замечу. На неуроне не бойся нахуй. Мне что, на Синдре остаться в Эрдру, да? Дайте третью ауру. Скоро хвоста. На ком убежал куда далеко, бля? Вместе с Синдрея. Как Булгинов, никто не пенчит. Так он же выйдет. Он выйдет и кастанет сразу. Он может вообще никуда не идти этими нечестивыми тварями.
Это на НХ. О, можно мне, кстати, на НХ за раку? На офспек надо, разве что. Дай пати, пока не поздно. Интоксикация тебе нужна? Нужно офспек на хилай дать. Жаз. Стоит пати 10 секунд. Выкинь с инста. Сейчас шкафаните внизу. Я отойду. Зарак. Они не должны прорваться к Синдракосе! Скорей! Остановите их! Видели, какой у вас крутой ХПС с Вали хилы? Там еще на 10 секунд ангела дал на 20% повышение. Что, серьезно, у нас что, ДЦ вроде? Оля, плюс крутой чувак. А я все равно на дне по откилу. Они быстрее меня захиливают, докастовывают. У меня хосты нету хардкапа. Войт, что там другого сейчас... будет, нет? Войт, мы сейчас в 6 будем на Синдре. Что, зачем? 5 хватит? Но у нас еще НДЦ есть. Получается 6. Да, сейчас пятницу шукачу. Войт здесь? Да, Войт уходит на этом трэш. Окей, Войт. На трэш, на Синдре, всегда потом. Короче... Он не может, смотри, как пауков убивают. Бэш, баш. Лучше бы поставили фрилут, потому что много ФКшек. Рокстер пошел пописает, раз тут все хилы есть, а то уже терпеть не могу. Скажете, Войт, если спросишь, что я предупреждал, я на больших
тотемом шамана. Там еще пэддыки. Ну стопнут уже наконец. А там пьеты. Тотемы, шаманы. Там два пьета сдохла. Пэт дамажил Синдру. Слоп сдох на ступеньках, не отошел. Тотемы стояли плюс. И кулак тоже обновить. И прота. Прота 3 минуты по крестам обновите. Здесь тут. Войт тут. А я же нажал. Да, случайно. Если убегаю в сторону. Чуть-чуть поверни. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает ребещите смерть? Ибо ваше счастье здесь, ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет!
Мишка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти трепещите, смертные? Ибо ваша жертвая мания теперь бессильна! При пуле босса дали ребенка. Да не, я уже его отдал. Уровника три пули. Как только она спустилась. Освобожден костюм. Никто не уцелеет. Влево рейд немного сместить. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Беги, малышка, беги. Вея, вставайте, босс мещен. Левее, левее! Так куда дальше? Че, я всову? Ну, кровь. По порядку пойдем. Обычные ЗГП печенки. Нет.
Нет у меня скадыкалка. Он в рекаунте есть. Где? Не знаю, у меня есть. Нету. Че стоим, кого ждем? Бендер все еще собирает Геру. Раньше нас начал. Кидать. Раз, два, три. Спасибо. Я на него и не было контроля. Тебе писала, что я отойду в ПМ. Капсам? Вольный такой. Давайте лейтенанта лучше. Давай новую метку. Это что там? А, ну да. Раз, два, три. Войт боешка упала, дай Филипсу. У него как раз этот сертификат на одно. И у меня тоже. У меня сертификат тоже есть. Я живу в Блять. На прошлом ивенте. Ивенту, да, блядь? Главное, нужен момент на багруху. Багруха... Менять его, блядь. На багруху нельзя. А что можно? Помните беса с квадратика. У меня есть. Есть. Я только что... На присте в банк валяется. Сколько не стоит?